Rider, Buster, you need it. I'll bleed it. Geeking off a parking, bitch. I'm feeling like a demon. Bitch, I came in, drifting on the pavement. Всем привет, добро пожаловать на канал Top Drive Games. С вами Макс, и сегодня мы играем в Need for Speed Most Wanted на рулевом колесе Trustmaster T300 RS. И так как мы прошли уже карьеру, сегодня мы будем проходить режим погони. Это у нас серия заданий, где нам предоставляют автомобили. Всего у нас 69 заданий, и давайте начнем с самого же первого. Рекорд этой трассы 2 минуты 40 секунд, побей его. Погнали. Здесь у нас секундомер. Начать гонку. Ручная коробка передач, естественно, ручная. Так, ну учебник. Все гонщики привирают насчет своей скорости. Чтобы проверить их, назначают секундомер. Ну, это мы уже проходили обучение, поэтому как бы нам это не интересно сейчас. Так, нам сейчас дают Volkswagen Golf. Не получилось идеального старта сделать. Да, на руле лучше всего гонять с таким вот видом. Сразу скажу. Некоторые минусы игры на руле. Во-первых, в Need for Speed Most Wanted нельзя настроить силу обратной связи. Во-вторых, ну как бы 1080 градусов тут не поддерживается. Поэтому, когда ты... Ого, тут копы будут сейчас. Поэтому, когда ты выставляешь на руле 1080 градусов, у автомобиля получается слишком большая мертвая зона. И тебе некомфортно играть. Поэтому мне пришлось убавить примерно там 500 градусов где-то. Так, примерно. 500 градусов, скорее всего, да, я выставил. И получается, ну, мертвая зона все равно есть, но не такая большая. В принципе, еще с такой можно поиграть как-то. Можно еще, конечно, поменьше поставить градус, но уж там, наверное, и смысла от руля тогда и не будет. Но, в принципе, пока что мы справляемся легко с этим заданием. Но нужно привыкать, конечно, к рулю. Конечно, не было бы этой мертвой зоны, было бы все намного лучше. Но, к сожалению, никаких настроек нету. Даже погоня тут за мной, нифига себе. Воу. Закись. Не, ну это легкое задание. Вообще на изи мы прошли ее. Погнали, следующее сразу же, второе. Тут у нас заставь копов гоняться за тобой не менее 1 минуты подряд, а затем оторвись от погони. Начать гонку. Ручная коробка, естественно. Так, мы опять на этом же гольфе. Нам надо продержаться 1 минуту. Кстати, ну по поводу эффектов, которые передаются на руль. Ты ощущаешь то, что, допустим, допустим, ты наехал на трамплин, ты ощущаешь, что у тебя машина в воздухе летит. Ты едешь по брусчатке или там по какому-нибудь другому покрытию, ты тоже это ощущаешь. Толчки тоже немного чувствуются. То есть эффекты на руль есть, но... Блин, все равно, Most Wanted, конечно, не создан под руль. Так, далеко отъезжать отсюда не будем, потому что здесь у нас... стадион. Как бы нам развернуться? Все, задание выполнено. Разворачиваемся аккуратно. Ух, с замедлением-то времени как... Теперь газу. Все, остановись-то, ребятки. Какой затюненный гольф-то, а?
Так, нам сюда. Окей, окей, давай, давай. Опа. Блин, не все. А, нет, всех. Ну, в принципе... Ой-ой-ой, там копы ехали. Внимание. Поступило сообщение, переждем. Что объект следовал назад. Мимо Хиглифилд. Начинается оцепление района. Свободным экипажем начать патрулирование. Не, ну на руле все равно прикольно, конечно, играть, не спорю. Если бы, конечно, еще вот с мертвой зоной все в порядке было, тогда бы вообще цены бы не было. Так, погнали, погоня. 2.45. Опять мы по шоссе сейчас поедем. Какую тачку, интересно, нам дадут? О, Mazda RX-8! Офигеть, какая она широкая. Опять не получилось, блин. Ну, ничего страшного. Так, заодно посмотрим, как отличается управление. Вот видите, приходится вот так вот делаю, да? И машина вообще как ехала прямо, так и едет. Все-таки, ну, большая все равно мертвая зона. Затупленная реакция. Это знаете, как на классике на Жигулях. Вот. Воу. Вот там такая... Так же руль болтается. Объект зеленая Mazda. Не, ну играть на руле это вообще совсем другой экспириенс. Это сразу у тебя задействуются все мышцы. Ты прям вот погружен в игру. Нифига не расслабишься на руле. Если на геймпаде ты играешь как-то по лайту, расслабленно, то здесь нет, здесь всегда нужно быть наготове. Так, ну опять первый уровень копов, да это для нас вообще просто детский сад. Так, у нас шестая передача максимальная. Блин, ну в принципе машина-то едет неплохо. Я тоже на пределе. Объект найден, следуем за ним. Ой, можно было сократить. Здесь уже не буду сокращать. Не вижу его. Предупредите всех ближе. Ну, это все. Все, ребят. Я уже почти завершил гонку. Вы еще только меня догнали. Все, вот и финиш. Они не... Даже не догнали меня. Ну это. А еще знаете прикол какой? Мне нужно постоянно педаль тормоза в меню зажимать, потому что если я ее отпущу, то будет вот так. Я не знаю, с чем это связано, почему он автоматически листает. Так, увеличь свой рейтинг на 1000, а затем оторвись от погони. Ну вот 1000, это ж фигня. Сейчас нам опять Mazda дадут. То есть тут получается два задания на машину. Не, ну 1000 рейтинга, это ж, ну, блин, элементарно. Здравствуйте. Оп, самоликвидировался. Ну где, давайте, догоняйте меня. Чего вы как медленно едете? Я даже, блин, тапочку в половину жму. А, блин, промазал. Так. Попробуйте предупредить другие машины. Может, его перехватят.
Аккуратно объезжаем. А вот сейчас нам нужно будет уже отрываться, кстати. В принципе, можем уже начать отрываться. И вот сюда нам. Все, погнали. Валим, валим, валим. Воу, дрист. Блин, там менты. Начинайте прямо сейчас. А, все, победа. Это 2-4. Со мной четверо. Выставили заграждение к северо-востоку от... Да, твои заграждения уже не нужны никому. Погнали следующую гонку. Вообще прям изи сейчас проходится. Но чувствую, там в середине уже будет жопа. 3.30 нужно побить. Очень интересно, какая машина сейчас будет. О, Пантиак. Да, конечно, он смешно как-то сделан. Отличный старт. Вот это пробуксовочка у него. Прикольный. Не, ну конечно, на руле почему-то с таким видом вообще неудобно играть. Вот как-то не так чувствуешь машину. Поэтому приходится вот с таким видом играть. Причем с таким видом я впервые играю. Никогда не играл в Most Wanted с таким видом. Обычно от третьего лица. Гонщик нелегальный. Профессиональный. Едет на всей скорости. Какие-то копы в этих гонках прям простые. Не, ну, даже несмотря на все минусы, которые я уже описал, играется очень классно. Блин, это такие ощущения. Опа, здравствуйте. А вы опять первого уровня, да? Догнал он. Ни хрена ты не догнал. Ты даже не... Я тебя догнал вообще-то. Блин, можно было нормально там так сократить. Ну ладно, ничего страшного. Не, ну, я на 100% уверен, что на геймпаде проезжать трассы получается быстрее, чем на руле. На руле ты более аккуратно ездишь. Зато вот такие миллиметражи везде. Чарли. Ну, у нас вообще 30 секунд в запасе, так что... Похожая машина там у него. Давай, давай, гоним. Ух, чуть не врезался в него. Ну, в принципе, уже гонка закончена. Блин, а Пантиак-то хорошо управляется. Все, окей, мы завершили. У нас еще 40 секунд в запасе оставалось. Так, какое сейчас задание у нас будет? Оторвись от погони менее чем за 5 минут. Ну, давайте. Вот, блин, вот не люблю вот эти задания, когда менее чем надо оторваться. Вот сейчас будет сложно, чувствую. Так, вижу колесо. Первое пошел. Блин, один остался в живых. Окей, ладно, сейчас мы сюда проследуем. Так, еще один присоединился к нему.
А куда вы поехали-то? Блин, можно... Запутался в кнопках. Успели. За 53 секунды, но это вообще легко. Я еще кнопки, блин, перепутал. Так, погоня, погнали дальше. Следующая тачка. Один гонщик хвастался, что прошел этот раз за 3 минуты. Так, сейчас, наверное, Мерседес какой-нибудь по-любому. Нет, Порше, ни хрена себе. Вот так сразу на Поршаке. Не получилось. Ой, его, что за звук у Поршака? Офигенный. Офигеть, так руль вибрирует, когда едешь по обочине немножко. Ой-ой-ой-ой. Запетляли там немножко. Ой, сейчас жопа будет. Воу. Блин, такие прикольные ощущения, когда у тебя колеса от земли отрываются. Руль такой легкий становится. Опять копы. Ну тут в каждой гонке копы у нас будут. Вот такие прикольные ощущения сейчас. Прям руль дергается. Ощущаешь, что едешь по другому покрытию. Воу-воу-воу. Не надо тут паники. Мы все-таки не на Титанике. Блин, как же... как будто я в ралли, блин, еду. Как нужно часто крутить рулем. Да что то. А где все менты? Скидываемся. Бедный Порш. Ой, как неожиданно. Как же неожиданно и неприятно. Погоня. Остановись-то, какая погоня. А вот и финиш. Что-то вы поздно, под конец гонки. Так, надо одеть перчаточки. А то что-то руки уже начинают потеть, блин. А Алькантару запачкать не особо охота. Правда, блин, перчатки смешные. Надо купить нормальные. Все, что-то... Времени нет. Так, погнали дальше. Погоня. Нанеси ущерб государству на сумму 25 тысяч, а затем оторвись от погони. Ну, 25 тысяч, это, ну, чё 25 тысяч нанести? Тем более мы на Поршаке. Ой, сейчас мы направо уходим, короче. Главное раньше времени не уехать от них. Воу. Чё-то прям в пол затормозил, и тачка очень резко остановилась. Иди сюда. О, еще один. Ну и что вы будете делать тут? Ой. Я накосячил. Не на ту кнопку нажал. 104. Нарушитель задержан.
Да все, 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 я не на ту кнопку нажал. Начать заново, конечно же, да. Так, на куй у меня вот на пит вроде, да, замедление это времени? Да, все, все. Я хотел замедление времени включить, а по итогу нажал сбросить позицию. А, в смысле? Давайте догоняйте меня. Ой, а что-то вас, ребят, много тут. Мне налево, а вам? А им, походу, направо надо было. Да видишь, видишь ты меня, что я тут недалеко уехал. Один пошел. Давай, давай. О, надо их сбить. Еще десяточка нам нужна. Второй пошел. Блин, такой экшен, конечно, ребят. Да не, не надолго. Всего-то 10 тысяч еще. Держимся. Можем, в принципе, развернуться. Но ты развернешься, нет. Нарушитель оторвался. Я его не вижу, прием. В смысле, ты меня не видишь? Я здесь. Дурачок. Да в смысле, блин, сейчас? Я не специально. Блин, я же не ожидал, что они такие тупые. Не, ну конечно, я знал это, но блин. У него были все шансы поехать за мной. Короче, нельзя вообще никуда сворачивать. Поскорее бы уже третьего уровня хотя бы. Так, ребята, перекрывайте дорогу. Он не идет. Ой, тупицы-то. Блин, 5 машин за мной едут, и ни одна догнать не может. Получай, получай. Так, как бы его затаранить? Ух, как я вовремя! Это было сейчас эпично. Мог бы прям врезаться. Смачно. Всего лишь... 6, а нет, еще десяточка, 11 даже тысяч. Давай, давай, догоняй. Блин, жду момента, когда лучше затаранить. Оп. Блин, да что я на не... Надо убрать эту кнопку отсюда. Выключить сирены. Объект задержан. Я, блин, случайно ее нажал. Да что, блин, ну прикол, конечно, такой. Надо, короче, переназначить вот эту кнопку, блин. Она меня напрягает. Я ее случайно нажал. Надо вот сюда перенести ее. Блин, задание элементарное. Похоже, сам он не остановится. Так, попробуем 10.75, если догоним. Так, ребята,
Перекрывайте уже. Ждите прибытия координатора. Он следует в ваш квадрат. Скоро выйдет на связь. Сделайте же что-нибудь. Разве можно такое творить на дороге? Поплатился. Да что они самоуничтожаются? Догоняйте, я вас подожду. Восемь тысяч есть? Блин, рано. Так, две машины, но две машины это мало. Короче, ладно, просто поедем тупо вперед и все. Вот эти штуки надо сбивать. За них дают деньги тоже. Ну, не деньги, а ущерб государству. Вообще, я еду, блин. Не нарушаю. Спокойно, соточку едем. Капитан, я не нарушаю. Видите, я 90 еду. Да нет, 90 все-таки. В смысле? Ты куда собрался? Внимание, прикрытие. По последним данным, объект уехал на юг. Ты что, совсем что ли? Блин, до подкрепления 3 минуты, офигеть. Идет погоня. Всем приготовиться исследовать район. По другим вызовам работать на канале 1. Нам побольше машин таранить. Блин, в тот раз у нас хорошо шло, но я случайно не на ту кнопку нажал. И все похерилось. Будут через несколько минут. Блин, ну... Что сделать в такой ситуации? Мы сейчас так долго будем фармить. Всего лишь одна машина за мной едет. Да он сам себя убил. А, фух, еще один появился. Как хорошо-то развернулись. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. 3500. Ай, блин, фура. Блин, трафик сшибаем. Давай-давай, полторашечка еще. Так, косарик, косарик. Так, вот в эту еще врежемся. 500. Все, уходим. Валим, валим, валим. А ты откуда появился тут? Повреждена. Нифига. Едь вперед. Едь, 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 едь. О, молодец, красавчик, а я набрала. Потерял объект из поля зрения. Ел, а че он как... Ну, от первого уровня, конечно, легко уехать. Целых 5 минут ездили. Жесть. Диспетчер, это
двое. Будем хватать. Ну что ж, на сегодня мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Увидимся в следующих сериях. Пока!